Ну что, народ, хочу что сказать, значит, по поводу вот этой хрени, которую я делал. В принципе, возникает вопрос, зачем я сделал этот шкаф, да? Так как у меня в мастерской практически постоянно хаос, приходится все как-то экономить, делать, занимать места, которые не были уже заняты, как-то придумывать, чтобы модернизировать свою мастерскую и довести ее до ума, чтобы все было, в принципе, удобно. Мне всегда надоедало вот то, что у меня мало места, и развернуться я не могу. Вот, шины стоят, да? В принципе, я подумал и решил, что шинами я пользуюсь всего лишь два раза в году. Это когда зима-лето, лето-зима. Переобуваюсь. И по большому счету они мне здесь не нужны. В принципе, я и сделал этот стеллаж для того, чтобы хранить свои, как говорится, летние шины. Значит, материал, который мне понадобился, в принципе, находился у меня в расходниках. Это старый шкаф. А, вот. Значит, сейчас покажу. Значит, у меня за стеллажом находилось место порядка 28 сантиметров шириной. Вот. И так как все равно оно не задействовано было, это пространство, я все время хранил там баклажки, какой-то мусор постоянно, я решил сделать следующим образом. Вот этот шкаф соорудил под 4 шины, соответственно. И вот, что мне для этого понадобилось? Ну, старый шифонер был разобран, распилен мной по размерам. Вот эта вот фанера, это от двери, тоже от переда, зада, тоже была применена сюда же. Ну и в принципе что, уголки, которые у меня тоже находились в наличии, в принципе, я только потратился единственное на саморезы. Остальное все было сделано с помощью лобзика и, как говорится, дрели. Все увидели в видео, конечно, естественно, все вы увидите, вот. Все сделано вручную. В принципе, теперь что? Хочу показать теперь все, как я это будет выглядеть. Да, еще один нюанс. Я, конечно, не доработал всю эту конструкцию в плане чего. Все это, конечно, ходит-выходит. Вот. Но в дальнейшем я покажу. У меня вот здесь вот. Вот. Сейчас. Вот. У меня здесь порог. Порог. И здесь происходит пустота. Вот. Я думаю, как? Не могу найти. Маленький у меня был колесико. Хочу сделать здесь такой крепеж. И чтобы это все выезжало на колесики. Ну, то есть вот так двигалось на колесики. И не было вот этого люфта. А то когда вынимаешь, начинает перевешивать. То есть шкаф ходит. И, естественно, охота сделать так, чтобы это все было уже до ума доведено конкретно. Но сейчас-то я поставлю, конечно, временно. Опа. Так, ну, в принципе, пока вот так вот, корявенько. Корявенько. Ну, в принципе, все, приступаем. Конструкция, как вы заметили, все в принципе стоит ровно, не падает. Ну, я в дальнейшем, может быть, что-то, конечно, придумаю, чтобы здесь это вообще никуда не падало. Но я думаю, смысла в этом нет, потому что что-то изобретать, может быть, конечно, если вдохновение посетит, может, что-то и замучу. Но смысл заключается в чем? Вы приехали, надо вам переобуваться. Вынули его, шины достали. Переобулись, загрузились там, переобулись, привезли, поставили и заткнули. Все, на полгода эта проблема исчерпана. В принципе, по большому счету, теперь это место будет занято. Вот. Ну и, соответственно, так как ровно все выставлено, ничего не падает. В принципе, на этом все. Ну что, я еще, кстати, подумал сделать какую-нибудь ручку сюда. Ну, чтобы удобно было все выдвигать, задвигать. Вот никак не могу найти колесики. Куда я их дел? Хотел все это на колесико сделать, чтобы это вообще легко все. Ну, в дальнейшем, может, так и сделаю. Вот. Сейчас, в принципе, все это остается. Такая вот идея была воплощена мною в жизнь. Вот. Я, конечно, полет фантазии у всех разный, может быть, какой угодно. Делайте, что хотите.
принципе, я вот из-за того, что страдаю, как говорится, пространством рабочим, решил все-таки сделать эту вещь, чтобы как можно более расширить свой диапазон действий. Вот. В дальнейшем этот шкаф, может быть, будет улучшаться чем-то. Плюс еще, кстати, он играет неплохую роль, полочки сверху. Что-нибудь еще можно там длинное положить. Сейчас покажу, как он... Я бы не сказал, что он сильно выпирает. Вот. Ну да, торчит немного, ну в целом. Вот так, тут с этой стороны торчит за шкафом. Ну и это ничего страшного. И тут вот чуть-чуть выпирает. Ну потому что стеллаж он меньшего, как говорится, размера. Вот. Теперь у меня освободилось здесь место. Вот, надо будет наводить порядок. И делать, как говорится, рабочее место. Ну что ж, в моей мастерской появляется новое место. Пространство для работы. Все остальное место я начал рационально использовать. Вот. Сделал вот этот шкаф тоже, замутил стеллаж обычный, куда там все сейчас, большая часть переместилась железок с инструментом. Шины переместил. Ну и короче, модернизируйте свои мастерские, занимайтесь, творите. Всем удачи и пока. We'll be right back.